Всем привет! Сегодня у нас посылка из Китая с торговой площадки AliExpress. Там должна быть мне шапка. Надеюсь, так видно, потому что я снимаю сейчас на монопод. Сейчас порвем. Оп-оп-оп, куда-то пошла монопод. Ой, так неудобно. Рвем. Заказываю для себя. Вот она так вот выглядит. То есть трек номер полностью отслеживался. Дошла шапка за 12 дней. Так, какой почтой? Почта Финляндии. Что это удивительно для почты Финляндии. Обычно 2-2,5 месяца посылки идут от почты Финляндии, но тут 12 дней еще и плюс трек, то есть полностью отслеживался. Что ж, давайте посмотрим на нашу шапку. Вот такая вот шапка, покупалась она за 520 рублей. Надеюсь, будет видно. Вот такая вот. Сейчас примерим. Ну, вроде бы неплохая такая шапка. Только чуть-чуть расчесать. А так, в принципе, как на картинке у продавца. Сейчас одену ее. О, так вот. Да, непривычно, конечно. Вот такая вот шапка. Я, если честно, не вижу себя. Надеюсь, она мне нормально. То есть подписываемся на канал, ставим лайки и всем до новых встреч. Пока-пока. Thank you.